Китай за 4 года построил уже 10 ракетных крейсеров тип 055. Первый корабль этого проекта Китай спустил на воду в январе 2020, а восьмой корабль был спущен в апреле 2023 года. То есть выходит средний темп в 2-3 ракетных крейсера этого проекта в год. Китай присваивает своим кораблям проекта тип 055 официальную классификацию эсминец, но эти корабли по своим характеристикам и функционалу, сопровождение авианосцев или выполнение роли флагманского корабля, являются по сути ракетными крейсерами. Первый эсминец четвертого поколения проекта 055 впервые был спущен на воду в 2014 году. Эсминец тип 055 представляет собой надводный корабль длиной 183 метра, максимальной шириной 22 метра и осадкой более 6 метров. Эсминцы типа 055 настолько большие, что в США относят их к классу крейсеров. Корабли этой серии строят очень быстро. Малые сроки строительства достигнуты за счет модульно-секционного подхода. Корабль оснащается РЛС, способный засекать крупные цели на дальностях до 600 километров. Эсминец имеет модульные вертикальные ракетные пусковые установки, общий боекомплект 112 ракет. Для поражения надводных и береговых целей эсминец может использовать крылатые ракеты YJ-18 и CJ-10. ПВО на средней и большой дальности осуществляется при помощи ракет HHQ-9 и HHQ-16. Также имеются противолодочные ракеты CY-5. На корабле установлена 130-мм артиллерийская система, 30-мм пулеметы, зенитный комплекс HJ-10 с 24 ракетами и система РЭП. Для борьбы с подводными целями имеются два торпедных аппарата калибра 324 мм. Полное водоизмещение корабля 13 тысяч тонн. Кораблем управляет экипаж из 310 человек. На данный момент эсминцы этого проекта считаются одними из самых мощных в мире. На этом все. Не забудьте подписаться на канал и кликнуть на колокольчик, чтобы не пропускать новые описания вооружений.